башмаки. Это бар-бар-барбарики. Легкие, как мотыльки. А мы загораем фонарики. А на небольшие башмаки. Это барбарики. Девушки и мальчики. Сладкие, как карамельки. А на небольшие башмаки. Это бар-бар-барбарики. Легкие, как мотыльки. А мы загораем фонарики. А на небольшие башмаки. Это барбарики. Это хлебница. Ее делают из дерева или пластмассы. Это тарелка. Из нее едят суп. Это ложка. У нее длинная ручка. Это поднос. На нем переносят еду. Это веник. Что такое у него доброта? Есть ручка. Что это такое доброта? Это и увидеть нельзя. Из нее едят суп. Это кухонная доска. Она твердая. Все друг другу, друзья. Это чашка. Она станет горячей, девушки, если налить ее в чай. Сладкие, как карамельки. Это дуршлаг. У него есть ручка. Это блюдце. На него ставят чашку. Это нож. У ножа есть ручка и острое лезвие. Это лица. У нее есть топорки. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это кран. Из него течет водичка. Девушки и мальчики. Это сахарница. На ней нарисован рисунок. Это графин. Он прозрачный. Это солонка. Из нее берет соль, когда нужно посолить еду. Это совок. В него собирают мусор с пола. Это салфетки. Их делают из тонкой бумаги. Это шкаф. В нем хранят еду, тарелки или чашки. Это умывальник. На дне умываются. Это спички. Это палочки, из которых получают огонь.